24 января – особый день. Это дата поминовения казаков, погибших во время гражданской войны 1917-22 годов. В этот день православные и в России, и за рубежом молятся о казаках и членах их семей, безвинно убиенных, погибших в годы массовых репрессий во время вынужденной эмиграции. Литургии, а также панихиды по жертвам расказачивания прошли в Москве. Храм «Отрада и утешения» на Ходынском поле возвели в первых годах 20-го столетия, посвятив русским воинам-защитникам. Пережив нелегкий период, он сохранился. В 2017-м храму был дарован статус казачий. В день памяти жертв репрессий против казачества в храме возглавил богослужение его почетный настоятель, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. «24 января 1919 года казаки называют «черным днем календаря». Вышла директива ЦК РКПБ о расказачивании, содержащая требования от местных органов советской власти вести беспощадную, бескомпромиссную борьбу с казачеством путем поголовного его истребления. В годы братоубийственной гражданской войны значительная часть русского казачества была подвергнута жестоким репрессиям и изгнанию из России. – По некоторым оценкам историков, от 500 тысяч до 2 миллионов казаков погибли, до 500 тысяч вынуждены были эмигрировать. За это время было уничтожено более миллиона казаков только на Дону. Миллионы в целом по всей стране. Очень многие казаки ссылались вместе с семьями. С тем, чтобы можно было вообще полностью вычеркнуть историю, традиции казачества с лица нашей земли. Ну, во-первых, казаки во многом были воины великие и великие герои нашей страны. Как многие говорили о том, что казаками прирастала Русь, особенно в Сибирь, Дальний Восток, Север. И, конечно же, полчища кочевников останавливались казаками, жившими на границе, на Тереке, на Дону, на Кубани. И вот этих героев решили уничтожить поголовно. После литургии совершили молитвенное поминовение о людях, расстрелянных без суда и следствия, отправленных в лагеря и ссылки. За цифрами – миллионы искалеченных людей. Клеймо врагов народа легло тогда на целые семьи, в которых даже само слово «казак» было под запретом. Больше века прошло с тех пор событий, но они навсегда оставили глубокий шрам в семьях казаков. Атаманам и честному казачеству жизнь свою за веру и отечество во время гонений от безбожной власти положивши. В 90-е годы 20-го столетия в России началось возрождение казачества. Сегодня в стране насчитывается 12 реестровых казачьих войск. Наша задача – объединить и консолидировать все российское казачество для того, чтобы оно и в современной России заняло такие же прочные позиции, каким оно было в дореволюционной России. А это и государственная служба, и охрана порядка, и охрана природных ресурсов, и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, и противодействие незаконному распространению наркотических средств. И, конечно же, это воспитательная функция. И если, не дай бог, супостат посмотрит в сторону нашего государства, я думаю, как и прежде, казачество пойдет в авангарде русской армии. По словам митрополита Кирилла, будущее за молодежью. Изменения будут происходить, если дети будут воспитываться в традициях казачества и православной веры. Для решения этих задач создан в Москве первый казачий университет имени Разумовского и 16 его филиалов по всей стране – от Калининграда до Омска, от Твери до Темрюка на Кубани. Университет обладает собственным казачьим кадетским корпусом в городе Морозовске на Дону. Университет также является
организатором и еженедельно проводит совещания и ведет систематическую работу среди 18 школ города Москвы, а также двух школ города Подмосковья по совершенствованию непрерывного казачьего образования. Кроме того, в университете созданы условия и для того, чтобы наши студенты приобщались к православию.